День поселка Володарского выдался по-настоящему теплым и летним. И жители пришли на центральную улицу с хорошим солнечным настроением. Ведь здесь развернулось широкое празднование, посвященное 564-й годовщине со дня основания поселка. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем поселка. Желаю вам всего самого хорошего, процветания, добра, успехов во всем. Оставайтесь такими же веселыми. Мы поздравляем жителей поселка Володарского и желаем, чтобы наш поселок расцветал. Я хочу от души поздравить всех жителей поселка Володарского. Пожелать им счастья, удачи и радости в этот замечательный день. Мы поздравляем жителей нашего поселка. Желаем им счастья, здоровья и процветания. Организаторы праздника продумали все таким образом, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе. Все желающие могли посетить ярмарку, аттракционы. Дети катались на лошадях, прыгали на батутах, участвовали в игровой программе с веселыми клоунами и ростовыми куклами. Для любителей спорта проходили соревнования по пейнтболу. Что у тебя за медаль? Ну, это по пинболу медалька. Третье место занял. С пацанами играли отлично. Вообще отлично. Праздник хороший, весело очень. Это уютно, комфортно. В торжественной части праздника и концертной программе на сцене выступали танцевальные коллективы и вокалисты Центра культуры и досуга Ладыгина. И гости поселения, дети из оздоровительного лагеря «Салют». Много теплых слов своим односельчанам сказал глава сельского поселения Сергей Гуцев. Сегодня, конечно, хочется всем нам пожелать успехов, достижений, счастья в каждой семье, в каждом доме. Мы уверены, что у нашего поселка есть будущее, замечательное будущее. Я верю в то, что так и будет. Поэтому сегодня, поздравляя вас с этим праздником, с этим днем, с этой красивой погодой, хорошим днем летним, я искренне надеюсь, что у нас впереди много замечательных праздников. Почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками главы сельского поселения Володарское были отмечены предприятия, организации и жители, которые внесли весомый вклад в развитие поселения и воспитание подрастающего поколения. Поздравить всех жителей поселка с праздником приехал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Я вас со всей души поздравляю. Вот вся работа, которая проводится в тесном контакте местной администрации, районной администрации, с тесной взаимосвязью с вами, уважаемые жители, она направлена только на одно, чтобы создать здесь, на этой территории, комфортные, нормальные условия для проживания. От всей души с праздником, благополучия, здоровья и всем хорошего настроения. Спасибо. В вечернем гала-концерте приняли участие популярные коллективы фольклорного и эстрадного жанра. Праздник получился ярким, веселым, динамичным и очень добрым. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».